Приветствую всех зрителей канала в игрушке Far Cry 4. Слышал, что люди короля захватили кого-то из повстанцев. Так, шаманизм и тхами. Кто-то там про... Интересно, это правда? Ладно, давай рассказывай. Аджай, у меня друг в гвардии. Он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Прабатхана. Кроваво-красный рубин, око просветления. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предков. Вот, я покажу дорогу. Так, дорогу нам покажут, понятно. Опять-таки мы с вами отправляемся в Гималаи. Блин, лодочки прикольные здесь, конечно. Есть цивилизованный мир, где телефоны и машины где-то там вне Кирата. Ну, судя по всему, здесь не как в Вайсити времечко, а здесь до сих пор такие лодки, как в арабских странах. Я думаю, что Индия там недалеко ушла. Главное, что Хёрка здесь нет. Опа. Чё? Как тебе дедушкин обрез? Так, вроде как запас... Ну, нет, лучше глянуть. Так, у меня до хрена навыков, я смотрю. Где ты же... А, здесь этого нету, да? Во, зеленый лист, все нормально. То есть это 5 аптечек у меня еще сверху есть, помимо тех трех, которые уже имеются. Так, там у нас волки бегают, здесь у нас вороны летают. Я думаю, медведей здесь уже нет. Зона без оружия. О, уже радостно стоит. Центр пропаганды вещает, что армия короля захватила несколько повстанцев. Им конец. Здравствуй, Аджай! Поехали. Повеселимся. Кровавый рубин. Шахта Келл номер 4. Так, ну как в предыдущей серии, мы можем либо идти на пролом, либо... Это еще что? Очень аккуратно. Кажется, кто-то всполошился. О, тебе, господи, бежит. Дурачок, что ли? Блин, универсальное оружие. На средних и ближних дистанциях. Так, прибыли новые рабы, завтра их отправят на работу, а еще прибыли две машины с грузом. На ночь грузовики останутся здесь, а завтра после разгрузки их отправят обратно. Говорят, король Мин собирается лично приехать на рудник, чтобы забрать кровавый рубин, который мы нашли на прошлой неделе. Но еще не приехал, так что... Да нет, нет, пока пулемет хороший. Так, ты куда там сел? Ты один, что ли, здесь? Ну, слабо верится.
Так, опасный момент. Спрыгиваем. Уходим с линии огня. Кто-то пришел за рубином. Смотрим. Деклер пришел, успокойся. Что-то здесь не так. Принято! Иди уже на него. Меня хватит. Надо поймать его. Найдите его. Проверьте безопасность сектора. Ничего, я спускаюсь. Так, кажется, я сам себя в ловушку заманил. Или нет? Или да. Короче, смысл в чем? Там стоит вторая. Сигнализация. Ну ладно, они это не увидели. Так, ты туда? Нифига себе, его не заметил. О! Сдохни! Будет им свинцовый дождь! Понял! Главное, что не золотой. Что надеешься? Ах ты ж, блин. Лезем наверх. Снизу нам вообще не хрен делать. О, блядь. Так, значит, да? Окей. Понял, принял. Что, с самого начала, что ли? Так, сейчас сделаем кардинально по-другому. Включаем сразу. Здесь у нас еще один и... Ну и что ты мне сделаешь? Ни хрена себе. Тут поворот. Ну, тысяч лишними не бывает. Лезем теперь с этой стороны, будем смотреть. Той стороны мне не понравилось. Так. Ну-ка, иди-ка сюда, посмотри. Так, ладно, вызывать ваших. Убей! Убей их! Сигнал взломали! Лезу наверх, кидаю гранату! Так, отлично, я не думаю, что я там. Из-под земли достать, ублюдка! Я понял! Выходи, Гейл! Будь мужчиной! Как там у меня один? Гейл, сдавайся! Ты у нас в руках! Быть на чеку! Давай, Гейл! Беги! Угу, вижу, где она. Я бы охренел, пока до нее добирался. Хотя, может быть, и нет. Так, те даже и не спалены. Ну и отлично. Что ты склонил за охренительно?
Вы что, угораете? Главное, чтобы гранаты не кидали. Ни хрена себе. У меня тут даже убежище нет, ребят. Стойте. Давайте по-честному. Как можно в хату забежать? Ох, хрен, они не простреливают. Скажите мне, пожалуйста. Ни хрена, ни хрена. Не отгадал. Окей. Как скажешь. Огонь не прекращать. Вдруг кто где? Вот и все. Так, а вам сейчас нужно. Я так понимаю, опустить мост. Зафиня. Я эти типа не слышали. Снайпер у нас с винтовочкой. Целеуказатель в землю направлен замечательно. Так и надо. Пацан знает правила безопасности. При использовании огнестрельного оружия. Так, понятно, иди-ка сюда. Может сюда тогда? Эй, ты, глянь, что там такое. Обезвредить. Так, идти мне тут особо некуда, придется принять бой. Понял. А где он, блин? Именем короля, умри! Нифига. Так. О, здорово. От Катики пацан прилетел. А чё? А Верка? А чё так мало патронов у меня? Ой, блин, давай не рассказывай. Попадет он у меня оттуда. Так, нет, я хочу свое оружие. Я хочу патроны к нему. О, стой. Очень быстро собираем патроны. Потому что эта штука взрывается. А еще мне желательно сделать вот так. С кем мне не рассказываете? Прямо таки уж попадают они с такого расстояния, конечно. Здесь как бы, во-первых, расстояние большое. Во-вторых, у стволов есть такая тема, как отдача. И после каждого выстрела нужно... Прикройте, я наверх! Прости, чувак. Возвращать оружие. Он не должен
На прицел. Блин, я чувствую, здесь будет долгая миссия. Я поставил камень, такого еще не было. Зараза. Спокойно, ребятки. Так, у них бизон. Ты откуда взялся? Это патроны очень быстро заканчиваются, скажу я вам. А еще у меня есть такое ощущение, что, во-первых, это будет единственная миссия, которую я сегодня пройду. А во-вторых, сейчас как только я опущу ворота, у нас будут приключения. Опа. А как ты догадался, что я пристрелил? Кажется, убийца там. Так, они все ушли туда. А мне нужно найти какой-то там рубильник. Но знаю такие игры, скорее всего, он где-то вот в самом отдаленном домике. Патрончики, да? Деньги. Ага, вижу. Так. Херня полная. Теперь сделаем вот так, смотрите-ка. На всякий случай, я не доверяю этой игре, блин. Так. Так. И давайте-ка еще один здесь день поставим. Да что потом соберем? На случай, если побегут. Происходит. Что происходит? X2. Ну там взялся взорвавшийся джипик. Я все свои аптечки потратил. Вот это прикол, вот это да. Ящик открывается, если сделать в нем дырку, да? А замок отваливается, если его нагреть. Ой, блин. Ты, конечно. А, серьезно? Ох, тут. Нифига, нифига, ребятки.
Мины остаются. Не спускаемся. Перегруппируемся. Найти укрот. Прочесать место. Не тупите, штопан. Так, в открытую идти вообще смысла не вижу. Меня прям тут нахлобучит. Поэтому сейчас сделаем следующим образом. Так, есть у нас броневитый огнеметчик. Там их пока не видать. Тоже, кстати, неплохая позиция для узора. Так, нет, знаю, как сделаем. Как бы мы знаем, с какой стороны они нас ждут. Поэтому сразу же меняем позицию в эту сторону. На каком языке не разговаривают там? Китайцы какие-то. Так, кто-то не понял, что произошло. Нам это на руку. Просто бочка взорвалась, чуваки даже не осознали. Идеальное место для стрельбы, еще бы видно было что-нибудь. Так, отошел. Так, опять-таки, не знаю, где мы. Ну, не знают, что мы имеем. Обладаем навыками тактического видения боя. Ну там вообще на сарай что происходит. Ах ты же зараза. Утырок. Ну, возвращаемся сюда и уже можно даже на сближение, наверное, идти. Там двое осталось. Опа. Нет, не двое. Чего такая побольше? То есть как бы я попадаю по нему, но ему насрать. И заплатим. Здорово, что ты мне сделаешь? Гори, гори, да, я к тебе не подойду, чтобы гореть. Может оставить тебя здесь? Потерял у нас чувак.
Знаю, что здесь есть вот эта вот замечательная бочка. Эй! Вот он дурак. И что, никак, да? Хреновите, наверное. Идем, идем. Думаю, чтобы он не активировал мину раньше времени. Я здесь идем. Он пушку взорвет. Ля, какой дурак. Кажись, мина тоже взорвалась. Ну ладно, что поделать. Блин, миссия, конечно, затягивается. Так, есть у нас машина. И почему бы и нет? Так, мы повылезли из нее. Почему вот эта херня загорелась, когда я открыл дверь? О, рация. А, что это за херня? В зеркале отражается солнце, хотя... Казалось бы... Стоит ли... Нахрен, нахрен, валим, валим. Чпунг. Ублюдки. В задницу у всех. Блин, вот до такого оружия пока дойдете, у вас уже. Серьезно, можно просто на машине приехать. А я так понимаю, что машина-то не зря там стояла. Спас кусочек нашей истории. Пожалуйста. Охренеть, полчаса на одном месте, вот это я понимаю. Опа. Здесь у нас... маска. Собственно, куда мы вообще бежим? Угу. Давайте-ка доберемся до леопардов. Блин, стой. Зная эту игру и ее системы, сейчас мы себе наберем. Подождите, я же слышал, что здесь где-то. Какие перья ты угораешь? Бежать, что ли? Но мне вроде наоборот наверх. Не хочу спускаться. Приятного аппетита, малыш. Вот так вот быстро, такими быстрыми темпами мы сумку с патронами себе изготовим. Что там еще? Бенгальский тигр, зомбар, снежный барс, ублюдок.
Шкура кабана. Ну, как бы не особо и надо мне. Так, там внизу у нас ящичек какой-то. ПП, а вот это вот кто такие? Это не какие зомбары там случайно стоят. Надо бы забегать, убедиться. Если мы узнали их сфоткаем. Ну, в случае, если они захотят бежать. Бежать и не захотят. Ни хрена себе. Блин, я думаю, игра забыла. Охренеть. А ты кто? Хур, зомбар. Ты где? Что себе позволяешь? Блин, на хур. Ни хрена себе. Да всех собирать. Так, ну здесь где-то стрельба, что-то происходит интересное. Ну, как всегда, без вас, потому что все самое интересное будет в следующей серии, в которой мы с вами встретимся. А на этом моменте мы с вами прощаемся.